Привет, друг! Рад приветствовать тебя на своем канале. Эта серия выпусков посвящена новогодним каникулам в Японии, в которой ты найдешь много интересного. Телевизионная башня Токио, музыкальный лес Кавагучи, гора Фудзи, лес Сов, водопад Белые Нити, традиционная японская баня Онсен, высокотехнологичный город Токио и многое другое. Поехали! Телевизионная башня Токио была построена в 1958 году. Высота башни составляет 333 метра, что на момент постройки сделало ее высочайшим стальным сооружением в мире. Имеет решетчатую структуру и в соответствии с нормами авиационной безопасности выкрашена в интернациональные оранжевые и белые цвета. Башня входит в список 29 самых высоких объектов Всемирной Федерации высотных башен и занимает среди них 14 место. В телевизионной башне Токио для посетителей доступны две смотровые площадки, главная и специальная обсерватория. Обе открывают обзор на 360 градусов, и при ясной погоде на юге даже можно рассмотреть вулкан Фудзи. Двухэтажная главная обсерватория расположена на высоте 145 метров. Здесь туристам открывается панорамный вид на город и некоторые другие интересные места. Также на этом этаже в полу устроены два смотровых окна, благодаря которым открывается еще вид вниз на землю. На втором этаже присутствует небольшой сувенирный магазин и настоящий синтоистский храм, являющийся высочайшим храмом в специальных районах Токио. Сейчас я серьезно говорю, сейчас серьезно. Ну, я думала, мы это едим то, что с собой взяли. Ты уже поела? Да. Ну что, как движение? Как японское? Неожиданно? Я тебе могу сказать, что я не знаю, кто будет здесь, поэтому здесь будет явно очень холодно. Я надеюсь, что мы будем греться. Еще пожмёмся, все это будет, к вам придем. Все обнимемся и будем спать. Да не странно, но прикольно. А? Как дела? Очень вкусно и солнечно. Да? Куда мы едем? Сейчас мы поедем в музыкальный лес Кавагучи-ко. Там музей музыкальных шкатулок. Посмотрим на Фудзи, а вот та же вершина тебе видно. Не музыкальный. Мама, я начала давить. Да? Ты что, серьезно? Это факт. All they wear now are clothes of paper white. Little talks are heard from village. Галюнь, а ну давай краткий экскурс. Где мы? На озере Кавагучи, это недалеко от Фудзи. Будет музыкальный лес, будут музыкальные шкатулки. Они все уже заведены для нас. С самого утра. Кавагучи-ко находится в 116 километрах от Токио. Чтобы добраться до леса музыкальных шкатулок, потребуется не менее часа на скоростном поезде, либо же полтора часа на автобусе. Очень приятно оказаться у подножия горы Фудзи. В русском мире это Фудзияма, известная всем гора, но на самом деле она Фудзи-сан. Сан — это гора на японском, так же как на корейском, поэтому, собственно говоря, мы находимся тут. Цены на билеты стартуют от $5 США до 15, средняя цена $10. Мы идем на концерт народного артиста Японии Ивана Кавагущенко. Иван Арганович Кавагущенко. Супер. Иван Арганович Кавагущенко. Alright, что тут у нас? Музыкальный лес Кавагучи-ко – это музей ценимых во всем мире музыкальных шкатулок и других заводных музыкальных инструментов в стиле средневековой Европы. Здесь вы можете услышать мелодии разнообразных жанров, в частности, изготовленных специально для корабля «Титаник», а также самый большой в мире автоматический орган.
Ара. Ну, у них L нету. Мы вместе с Тёмой Голиком и с Юлией Голик-Кочаровской на концерте местного народного артиста «Сия Японии» Ивана Аркадьевича Калагучина. Я ожидаю хайп, толпу, аплодисменты. Артём, твой музыкальный инструмент? Вы спросите, умею ли я играть на укулеле, я отвечу нет. А у тебя есть укулеле? Калинки есть, да. Калинки есть, а все равно. Правильно понятно, я сейчас готов назвать. Как ощущение? Немножко взбудоражены даже, мурашки. Да ты что? Ой-ой-ой. Слушай, реально прикольно. Так, все идут на органный концерт. Я думаю, нужно занимать места. Как тебе запах свежего постиранных бабушкиных часов? Голубки, как вам обед? Очень вкусно. Очень вкусно, очень тепло, очень уютно. По-европейски. Дорого, богато. Гущенко Music Forest. Блин, спасибо. Чтобы конвертнуть в вону, добавляйте 0. Будет 6160 вон за маленькую шоколадку. Это $6. Ну, например, какие-то вкусные орешки Кавагущенко стайл. $3. А есть сидр карамель. Сидр карамель. Думаешь, ну? Как шоколад? Вкусно? Ойси. Как будет, да? Хай. Хай? Хай? По-корейски не. Не. А нет, ие. Аньо, а нет, аньо. Ие. Ие. Все наоборот. Унесенные призраком? Ну да. Ну это такой, типа, один из самых известнейших аниме. Какая мелодия? Город, из которого видно море.